Подарунок да на доходящего дня супрацовника органов попереднего следства. Сегодня у Мазыры открыли отремонтованный будинок районного отдела следшего комитета. В урочистом мероприемстве приняли удел старшиня следшего комитета Беларуси Иван Наскевич, старшиня Гомельского облвыканкама Геннадий Соловей, представники регионального ведомства и мясовой улады. Об новых махчимостях мазырских следших сюжет Марины Джалай. Переразание червоной стужки, передача символичного ключа, слово віншування у пожадання пленной працы. Супрацовники Мазырского районного отдела следшего комитета отримали не только капитально отремонтованный будинок, але и новые махчимости для своей деятельности. На проведение реконструкции потратили около 2 миллионов рублей. Сродки выделил республиканский бюджет. За гэтые гроши смогли у тымлику обсталевать помешкание для проведения дознания. А кроме того, з'явилася махчимость аудио и видеозаписи у гэтых процессов. Зменшение фиксования информации на паперы давно потребует час. После окончания ремонта у нас появились новые технические возможности, то есть у нас открыта комната для опознания, есть специальный допросный кабинет, где может применяться звук и видеозапись. Это безусловно подспорье в работе, тем более у нас как бы в ближайшее время планируется перевод судебной системы на так называемый электронный документооборот. То есть мы постепенно будем ходить от бумажного документооборота. Я думаю, в ближайшее время как бы это затронет и Следственный комитет. У Гомельской области застались всего 4 отдела, которые не имеют власных особных помешканий. Это Жлобинский, Речицкий, Лельчицкий и Брагинский. По словам старшини следшего комитета Ивана Наскевича, в ближайший час эта проблема будет вырашена. У нас осталось не так много уже помещений, где расположены следователи в целом по стране, где могут возникнуть какие-то вопросы, да, к их там комфортному нахождению. Я думаю, что за ближайший год, в принципе, все вопросы по созданию надлежащих условий постоянной деятельности, профессиональной деятельности наших сотрудников мы снимем. До речи, Мазырский районный отдел следшего комитета сёлета за 7 месяцев продемонстрировал добрые выники працы. Так, помер компенсации шкоды, нанесенной злочинствами громадянам и державе, перевысил не только средний областный, але и нават средний республиканский показчик. А кроме того, у районе управна не за аналогичным летошним периодом снизился узровень злочинности. Что тычется у вогули работы следших Гомельского региона, то по меркованию Ивана Наскевича тут працуя моцный состав, який здольны выконывать свою головную задачу – заховывать законность и правопорядок. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра.